18 июля 2014 года на реконструированной аллее на Петровской площади состоялось показательное выступление танцоров. Это мероприятие поддерживали Нарвский молодежный центр, отдел культуры города Нарва и молодежное телевидение города Нарва. Данное событие сопровождало цель показать, что в нашем городе есть активная молодежь, а также привлечь в данный вид уличного искусства новые таланты. Наряду с танцорами на специально подготовленной сцене выступали и музыканты, которые исполняли рэп собственного сочинения. Всем присутствующим были розданы флаеры с информацией о предстоящем баттле. Надеемся, что после этого мероприятия на предстоящее событие придет намного больше людей, чем могло было быть. О том, как прошло нынешнее мероприятие, с нами поделился участник одного из танцевальных коллективов. Мои личные впечатления, все получилось замечательно, потому что достигнута главная цель. Люди, кто пришел, узнали, что в городе Нарва есть ребята, которые танцуют. Их это заинтересовало, наше шоу им, на мой взгляд, понравилось. Публика разная, конечно, для большинства норвитян это... Ну и что-то из ряда вон выходящее, что-то новое. Но большинство, кто, в принципе, принимал открыто все это, радовались вместе с нами, наслаждались эмоциями, танцем. То есть поддерживали очень хорошо. Помимо участника, своим впечатлением о прошедшем мероприятии с нами поделилась также директор молодежного центра. Первый плюс, самое главное, это то, что мероприятие вообще первый раз такое, такого формата, и оно молодежное. Чтобы не говорили у нас, что у нас мало мероприятий, направленных на молодежь, мы пытаемся что-то делать по-европейски. И вот этот формат новый, который мы сейчас попробовали, пробуем его, еще будем его пробовать в течение месяца. Мы надеемся, что он вызовет интерес у молодежи нашего города. И мы надеемся, что к концу... наших серий, так скажем, выступательных, ребята будут не просто пассивными зрителями, а активно включатся и будут тоже и танцевать, и хлопать, будут поддерживать наше начинание. Для первого раза неплохо. Теперь у нас есть повод сесть, собраться, проанализировать, посмотреть, что мы можем улучшить. И я думаю, что к следующему мероприятию мы уже немножечко улучшим и качество, и формат, и я думаю, что будет уже гораздо круче. В целом мероприятие вышло интересным и увлекательным. Уверены, что количество таких молодежных событий в нашем городе будет только расти. Александр Титов, Илья Андреев, Нор-ТВ.